Количество кибератак на промышленные предприятия и объекты критической инфраструктуры непрерывно растет. Эта тенденция влечет серьезный экономический и социальный ущерб. Как правило, целью кибератак на промышленные предприятия является нарушение или полная остановка технологического процесса. При этом можно выделить два основных вектора кибератак на сети АСУ-ТП. Первый – заражение сначала офисной или смежной сети, например, диспетчерской. Пользователи открывают фишинговые письма, заходят на зараженные сайты через незащищенные интернет-соединения или подключают к компьютерам инфицированные устройства. После этого проникнуть в промышленную сеть предприятия становится гораздо проще. Второй вектор подразумевает атаку изнутри промышленной сети. В этом случае причиной атаки становятся действия сотрудников, которые имеют доступ к оборудованию АСУ-ТП. Также изолированность предприятия могут нарушить сервисные организации и подрядчики. Кроме того, технологии промышленного интернета могут значительно увеличивать поверхность атаки индустриального предприятия. Касперский Industrial Cyber Security – это комплексное решение, состоящее из технологий и сервисов, которые обеспечивают защиту от киберинцидентов одновременно на нескольких уровнях промышленных систем. В частности, оно защищает серверы SCADA, операторские панели, рабочие станции инженеров, программируемые логические контроллеры и сетевые соединения. Решение разработано специально для использования в промышленной среде и сертифицировано ведущими производителями систем автоматизации. Первый из ключевых компонентов решения – защита на уровне сети. Модуль, отвечающий за мониторинг промышленной сети и поиск аномалий в технологическом процессе. Этот модуль неинтрузивно интегрируется в сеть предприятия и позволяет выявить скрытые атаки и потенциальные угрозы. Он обнаруживает несанкционированные коммуникации и подключение новых узлов. Сетевые атаки. Некорректные команды контроллерам и другим промышленным устройствам. Аномальные значения параметров технологического процесса. Другой модуль решения – защита на уровне оператора. Он создан специально для защиты от угроз, возникающих на уровне конечных узлов, в частности, в таких элементах, как серверы SCADA и архивации данных, рабочие станции инженера, операторские панели. Этот модуль включает контроль запуска приложений, контроль использования устройств, адаптированную для промышленных сред антивирусную защиту, включая защиту от вирусов-шифровальщиков, сетевой экран, проверку целостности контроллеров. Управление компонентами Касперский Industrial Cyber Security осуществляется из единой консоли управления Касперский Security Center. Это позволяет добиться оптимального контроля, простоты администрирования и прозрачности. Централизованное управление упрощает контроль безопасности не только различных уровней промышленной инфраструктуры, но и прилежащих сетей компании. Кроме этого, решение позволяет отправлять информацию о событиях в сторонние системы, такие как CM, MES и BI-решения. Это позволяет не только обнаруживать и блокировать кибератаки, но и прогнозировать работоспособность промышленного оборудования, а также следить за планом производства. Набор специализированных сервисов составляет важную часть решения Касперский Industrial Cyber Security. В него входят программы обучения сотрудников, как специалистов в области информационной безопасности, так и другого персонала, в том числе инженеров. Отчеты и аналитика по современным промышленным угрозам, которые готовит ICS-CERT лаборатории Касперского. Анализ защищенности промышленного объекта, включая тесты на проникновение. Интеграция технологий и расследование киберинцидентов. Только системный подход к кибербезопасности АСУ-ТП с применением технологий, созданных специально для промышленных сетей, позволяет гарантировать бесперебойную и безопасную работу предприятия. Именно такой подход обеспечивает решение Касперский Industrial Cyber Security.